Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о грубой мужской силе. Это именно о той силе, при которой нихуя ума не надо. Вот в чем она отобразилась, эта грубая мужская сила. Молодой человек, с виду щупленький, но с помощью молоточка он сделал вот такое уплотнение клеммы, вернее, да, клеммы. Это ж надо так додуматься, чтобы пиздануть и разворотить аккумулятор. Аккумулятор, конечно, не стоит того, чтобы его восстанавливали, но по просьбе клиента. Чё, могу иногда даже спеть какую-нибудь песню. Что ж, начнем восстановление. Что хочу сказать, что ну не надо никаких, не нужны никакие подручные средства для уплотнения клеммы. Достаточно ее наживить пальчиком, пошевелить ручкой, углубить до основания полюсного вывода. И этого достаточно. Но если ты не лезет, блядь, расширьте клемму и насадите нормально. Все будет у вас замечательно. Так, время без 10:06, а Николай еще пашет, как, блядь, этот раб на галерах, блядь. Что ж, начну восстановление и в конце ролика покажу вам результат работы. Этот молодой человек, который заколачивал клемму с помощью молотка, оказался еще сильнее, чем я думал. Ну, может, не сильнее, может. Ну, сами придумайте, договоритесь за меня. Оказывается, он расхерачивал еще и эту сторону, блядь. И здесь были две трещины, когда начал проверять, проливается, не проливается. Здесь не бежит с этой стороны, а здесь похерачиваю. И здесь две трещины опять было. Ну вот, запаял аккумбатори и буду собираться уже до дома. Но сегодня, вот, кстати, друзья, была озадачен, такая вот задачка у меня возникла. Ввожу в эксплуатацию вот такую батарею, якобы сделанную в самых Соединенных Штатах. Мужчина взял эту такую батарейку себе на снегоход. Выбрал самую дорогую, 16 рублей стоит такая батарея. Бля, что еще? Еще один клиент ко мне едет, что ли? Я думаю, хочу. Нет, не ко мне. И в чем подвох-то, как мне показалось. Были там китайские, там за 8 рублей, за 9, даже за 7 можно было купить. Вот, с точно такими же характеристиками. Но решил все-таки взять американскую. В чем подвох? Ну, во-первых, наклейка, видите, которая закрывала пластинки. Очень сильно похоже на китайский язык. Ладно это, но почему электролит сделан в Тайване? Для меня, вот, честно говоря, загадка. Неужели американцы не умеют делать электролит, а? Батарейка американская, электролит тайваньский. Это именно, наверное, поэтому Америка хочет с Тайванем подружиться, что американцы не научились делать электролит. Что думаете, друзья, по этому поводу? Пишите в комментариях. Ну, а на сегодня у меня все. Сейчас сделаю последний обход, запишу данные на свою флешку.
отключаю зарядники и чешу до дому. Всем добра, удачи, друзья. И самое главное, берегите свои батарейки.